недалеко от железнодорожного вокзала нашли одноименный железнодорожный рынок. А здесь уже так довольно-таки интересные цены. Вот, к примеру, посмотрим, в районе 7 гривен огурцы, даже персики нашли по 15. В принципе, несмотря на то, что тут такой вот, мягко говоря, не сильно презентабельный вид, довольно-таки неплохой ассортимент и цены. Вот по 25 виноград, хотя в Харькове, наверное, приблизительно такие же цены. По 22 мы видели вот недавно. Вот. Большой урожай сельдерея, видимо, в этом году. Так, что у нас тут? Клубника есть. Так. Баклажаны. Это маленькие помидоры. Ну, в целом, довольно таки прилично. Вот какие-то персики. По 10-15. Дыни. Семечки. Вот. И мы все еще продолжаем поиски автовокзала, на котором поедем в Скадовск, потому что маршрутки, которые идут с железнодорожного вокзала в Скадовск, они стоят по 80 гривен. Я считаю, для поездки в 100 километров это немножечко перебор. Мы пойдем на автовокзал, там должны быть маршрутки по 60 гривен. В принципе, такой вот базарчик довольно демократичными ценами. Даже виноград местный по 12 есть. Так. Виноград. Ой, сюда даже не хочется смотреть. Так, по 25-22 гривни. Персики тоже около 20 гривен есть. Ну, пойдем искать вокзал.